Добрый день, меня зовут Владимир. Я сегодня вам хочу представить котел Сананс, производство ООО «Градиент», город Майкоп. Я являюсь официальным представителем по Вологодской области. Вот, данный котел мощностью от 2 до 3 кВт я установил 3 недели назад в своем загородном доме. Вот. Он в настоящее время отапливает помещение 36 квадратных метров на первом этаже, но его мощность будет достаточно для обогрева и второго этажа. Вот. До его установки у нас стояли два конвектора мощностью общей 3 кВт. Вот. Этот котел сейчас установлен у нас в отдельном помещении. Насос с расширительным баком установлен в подвале. Вот. И для чистоты эксперимента я установил электрический счетчик. Вот. За время эксплуатации котла средний часовой расход электроэнергии у нас составил 1,4 кВт, что в 2,2 раза меньше, чем потребляли конвекторы. Вот. Котел очень компактен, не издает никакого шума. Вот. За стенкой у нас выведен в комнату термостат воздушный. Вот сейчас установлена температура плюс 25 градусов. На улице сейчас температура минус 10, среднесуточно стоит. Вот. Что хочу отметить про котел. Вот, работает он очень стабильно. Никаких перепадов в комнатах по температуре нет. Вот. И естественно, мы почувствовали, что он дает хорошую экономию. Так что котлом мы довольны. Спасибо вам за просмотр. До свидания.